На ковре борьбу ведут Арыян Тютрин, представитель Республики Саха-Якутия. Борьбой занимается 10 лет тренер Иван Дмитриев. Его соперник, борец в синем трико, Александр Рассадин, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Борьбой занимается 9 лет под руководством Ивана Дмитриева. На ковре Б в красном трико борется Арслан Арсланов, Дагестан. Мастер спорта, ему 27 лет, 13 лет занимается борьбой. Тренируется под руководством Арслана Гиреева. Бронзовый призер чемпионата России 2014 года. В синем трико борется Алибек Акбаев, Карачаево-Черкесия. Ему 27 лет. Мастер спорта. Борьбой занимается 15 лет. Тренируется под руководством Джанкетова. Алибек Акбаев – призер международных турниров в городе Киеве и Минске. На ковре С борец в красном трико Зарикто Булдаев, Бурятия. Зарикто Булдаеву 19 лет, мастер спорта. Борьбой занимается 6 лет, тренируется под руководством Юрия Сандакова. Победитель первенства России 2015 года. Его соперник в синем трико Заевидин Гиреев, Брянская область. 19 лет, мастер спорта, борьбой занимается 10 лет. На ковре А победу одержал Арыян Тютрин,
Республика Саха, Якутия. Заевиддин Киреев занимается руководствами тренеров Козлова и Базулина. На ковер А приглашаются Артыш-Ол Арзыл, Тыва, Кемеровская область, Аил Мусукаев, Дагестан, Кабардино-Балкарская республика. На ковре С победу одержал Зарикто Бултаев, Бурятия. На ковер С приглашаются Артем Кибеков, Дагестан, Эдуард Григорьев, Республика Саха, Якутия. На ковре Б победил Алибек Акбаев, Карачаево-Черкесия. Приглашаются Шамиль Джахваров.